Второй год подряд при поддержке отдела спорта и туризма города Агидель, также администрации города Агидель, организован благотворительный пробег в поддержке детских домов, детей-сирот. Я сам бегу 50 километров, также товарищ Рамазан бежит 50 километров. Каждый желающий может к нам присоединиться. Будет в городе Агидель на центральной площади 11 декабря, 10 часов. Стартуем. Каждый может принести вещи, игрушки, сладкие подарки. Это все будет передано в детские дома. Всех ждем.